Всем здорово, танкисчики, подписчики. Ребят, сегодня я открываю контейнеры мистические. Да, завезли, наконец-то, я их так долго ждал, вы просто не представляете. И, наконец, завезли. Ну что, друзья, первый аккаунт, да, я буду на разных аккаунтах открывать, на много аккаунтах. И это не первое видео про мистические контейнеры. Ну что, друзья, всем приятного просмотра, а мы открываем первый контейнер, и у нас выпадает 50 тысяч серебра, ну, хорошо, хоть так. Ладно, для начала. 30 дней премиум аккаунта, друзья. Это прикольно, прикольно. Ну, как бы, да, для кого как. Лично у меня на основе премиум аккаунта очень много. Так, зашли мы на другой аккаунт, купили также два мистических контейнера и открываем. И в первом контейнере у нас выпадает один мистический сертификат. Ребята, это круто. Так, ну, блин, классно. Интересно, что там будет. Во втором у нас 7000 свободного опыта. Хорошо. Немножко посмотрим, что там может выпасть. Ну, фу, мощно, короче. Один из 106 танков. И тут ИС-2 Берлин. Ха-ха. Класс. Ну ладно, хорошо. ИС-2 Берлин, так ИС-2 Берлин. Так, друзья, ну что? Это только начало. Покупаем еще два контейнера на совершенно другом аккаунте. Интересно, что у нас там выпадет? Ну ладно, поехали. Давай, 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 давай. О, один день премиум аккаунта, ну, бывает. А ну-ка, чем тут удивишь? А, 100 тысяч серебра. Ладно, понял. Поехали дальше. Так, так, так. Сейчас еще купим два контейнера. Ребят, реально круто. Напишите комментарий, что кому выпадало и интересно ли вам такое смотреть. В первом контейнере 50 тысяч серебра. Получается так, а здесь что? Давай, 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 давай. О, 2000 свободки. Ну, когда как, да? Друзья, пишите комментарии, кому повезло реально, кто вообще их открывает. Я советую всем открывать, потому что у меня на твинке чисто из 4 контейнеров 2 мистических сертификата выпало. Это классно. Так, ну что? Открыли первый, 2к свободного опыта. И второй... А во втором у нас 4к свободного опыта. Ладно, понял. Так, это хорошо. Дальше идем. 500 голдишки есть. Покупаем два контейнера мистических. Вообще кайф. Так, можно 100 тысяч голды выбить. И 7 дней выбили с первого контейнера. Со второго что у нас выпадет? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. А, ну хоть 100 голдишки. Ну ладно. Хоть так уже. Хорошо. Так, 930 голдишки. Ну что, откроем еще два контейнера. Ребят, пишите комментарии. Кстати, следующий видеоролик, да, будет он завтра. Там будут моменты. И то, что вы мне прислали на почту. Уж. Поэтому все будет, не переживайте. У меня просто много материала. Вот, открываю очень много контейнеров мистических. Хочу вам показать. Это реально прикольно. О, ватерловец молний, неплохо. Ну, хоть эпический уже. Хоть что-то. Такое запоминаемое. Так, и во втором контейнере 500 голды. Вау, класс. Завтра еще открою на этом аккаунте. Класс. Эх, ну, была не была, да? Статарака. Ну, хоть аватар. Ладно, поехали дальше. Так, а вот мой твин, друзья. Да, новелас в моем клане. Получается, короче, что могу сказать. Купил вот я два контейнера самых первых. Это самый первый день. По сути, это было вчера уже, да? Ну и думаю, ладно, откроем. 500 голды потратил, вернул 500. А, в общем, эти соклановцы тоже открывают. Хорошо. Так, мистические контейнеры. Я думаю, ну ладно, ух, что-нибудь да выпадет. И у нас выпадает 4000 свободного опыта. Как бы сойдет, ну как бы ладно. Открываем второй. И у нас мистический сертификат. Обалдеть, это же на твинк. Ой, как это круто, друзья. Так, ну ладно, ну ладно, интересно. Ух, как думаете, что там выпадет? Мне бы хотелось бы десятку хотя бы. Хотя бы. Да хотя бы какой-нибудь классный танчик редкий. Ну ладно. Так, посмотрим, посмотрим. Там даже СТГ, Шкода 8 уровня, новый танк. Короче, все новые танки туда тоже вложили. И открываем, и нас выпадает КПФП за 70. Вау. 9 уровня прием. Вот это я понимаю. Ха, класс, вот так повезло, повезло. У меня уже есть К91 тяж 9 уровня.
Так уже будет и второй класс. Что, друзья, прожимаем лайк, а мы идем дальше. Это тоже мой твинк, про на скеле. Получается, здесь я когда-то забрал за стримы FCM50T. Ну и открываем два контейнера. Интересно, возможно, тут повезет. Но сейчас откроем, посмотрим, что там будет. Так, открываем, хорошо. И в первом контейнере у нас выпадает... А, 4000 свободного опыта. Ну, хоть что-то. Ладно. И во втором контейнере у нас выпадает... 2000. Ах, ну, не повезло. Наверное, разрабы мстят за тот... На том твинке выиграл танк, конечно. Ладно, идем на следующий аккаунт, друзья. Покупаем два контейнера. Получается, аккаунт почти нулевой. И Т14 есть. Ну, ладно, открываем. Так, вроде все. Да, поехали. И у нас выпадает 2000 свободного опыта. Ладно, хорошо. Что дальше? А, 2000 свободного. Вообще, короче, не повезло. Ладно, поехали дальше. Так, друзья, это аккаунт получается Т-62. 7 боев всего лишь, то есть какой-то новенький аккаунт. Хорошо. Открываем, покупаем два контейнера мистических. Ну реально круто, ведь может выпасть что-то невероятное. Ладно, поехали. Ну что, открываем первый контейнер, в котором выпадает 1500 голды. Ребят, вот это повезло, вот так повезло. Класс. Так, ну я думаю, мы сейчас купим еще 5 контейнеров благодаря 1500 голды. Хорошо, но сначала откроем второй контейнер, в котором у нас выпадает 2000 свободного опыта. Ну ладно, хоть так. Короче, 1720 голдишки. Ладно, открываем. Покупаем еще 5 контейнеров, друзья. Посмотрим, что там дальше. Ведь 100 тысяч голды, 0,01%, но он возможен. Так, и у нас выпадает 200 тысяч серебра. В принципе, ну, по минималке сойдет, хорошо. В следующем контейнере у нас выпадает. Давай, 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 давай. Один день премиум-аккаунта. Эх, он там пропадет, то сгорит. Да, хотя бы сертификаты давали уже. Ну, ладно. Что там, 100 голдишки, ну хоть 100 голдишки уже хорошо. Ладно, в следующем. 100 голдишки, ребят, давайте ставку повышать что ли. Выиграет, давайте нормальное что-нибудь. И мне выпадает 4000 свободного опыта. Ну как вам сказать, в принципе, ну, что выбил, то и выбил. Хотелось, конечно, чуть больше, ну ладно, бывает. Откроем обычный. О, 10 тысяч свободного опыта. Ладно, поехали дальше. Так, хорошо. Открываем два контейнера. И у нас выпадает 4000 свободного опыта. Эх, хорошо. Что есть, то есть, в принципе. И во втором мистический сертификат. Вот это я понимаю. Интересно, что же там выпадет? Ребят, ведь может десятка выпасть, которую можно продать коллекционку за 7500 голды и открыть еще 22 контейнера. Вот это я понимаю. Ну ладно, ладно, хорошо. Открываем. Поехали. И у нас выпадает невероятный танк 5 уровня. Ребят, что это такое? Блин, это как ждешь, так что-нибудь невероятное, а тут выпадает. ПЗ-5-4. Напишите коммент, что вы думали в тот момент, что там выпадет. Кайф. Ладно, ребят, идем к следующему аккаунту. Покупаем два контейнера. Я все время хочу сказать, собери их все, потому что я много открывал постоянно. Короче, контейнеры мистические. Я как-то проснулся. Захожу в игру такую, как обычно. Так, сейчас откроем, потом расскажу. И у нас выпадает 2 дня премиум аккаунта. Хорошо, ладно, сойдет. Что есть, то есть. В следующем контейнере у нас выпадает 200 тысяч серебра. Ладно, хорошо. Друзья, что я хотел рассказать. Короче, такой захожу в игру, смотрю. В смысле мистические контейнеры? Я думал, рекламу, короче, дали мистик конты. Когда вот запускаете игру, да, и там сразу предложения вот эти все. Я думал, там в каких-то контейнерах, типа, еще они дают только за донат, да? Я такой, ну ладно. Захожу в магазин, а там мистические контейнеры. Я просто опупел. Жалко, что я за день продал, всю голду потратил на основе. Очень жаль. Ну ладно, что есть, то есть. Хорошо, открываем первый контейнер. И у нас выпадает 2 дня прем-аккаунта. Ладно, понял, хорошо. Что там во втором у нас выпадает? Давай, 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 давай. Ах, 50 тысяч серебра, ладно. Подумал я, ну короче, решил
около 15 минут делать видеоролик, понятно. Ладно, на этом аккаунте статарака. И покупаем два контейнера мистических. Так, до этого, что я хотел сказать вам, ребят. В общем, да, реакция у меня была сногсшибательная, когда увидел мистические контейнеры, потому что я ждал больше года. Ну что, открываем контейнер первый, погнали. И у нас вылетает 200 голдишки, ну, в принципе, хоть 200 голдишки. Чего у нас во втором выпадает? 4000 свободного опыта, ну, поехали дальше, короче. Так, друзья, аккаунт, понимаешь ли, с Истором Берлинским. Также покупаем два мистических контейнера. Да, ребят, пишите в комментариях обязательно, что вам выпало, потому что я уверен просто, что вы тоже открывали. И многие делают просто аккаунты, чтобы выбить танки. И у нас выпадает 100 голдишки. Ладно, хорошо. Это я одновременно, короче, открываю, говорю вам. Ладно, поехали дальше. А, у нас выпадает. 50 тысяч серебра. Хорошо, поехали дальше. Аккаунт нулевой, 1200 голды. Покупаем, получается, 10 боев, 30% побед. Берем, получается, друзья, аватар за 7 Star. Типа полельщики. Ну и поехали. Два контейнера покупаем. Ну что, открываем. Так, ну погнали. И у нас выпадает 200 голдишки. Ну, хоть 200 голдишки уже хорошо. Во втором контейнере у нас выпадает 2000 свободного опыта. Ладно, понял, принял, обработал. Так, аккаунт PZ54, танкусик здесь. И получается, открываем еще два контейнера мистических. Это будет круто, интересно, что там выпадет. Ну ладно, надеемся, что-нибудь хорошее. Открываем. И у нас выпадает... О, 100 голдишки. Ну, ребят, ну, хорошо, хорошо. Так, ладно, во втором... А, 7000 свободки. Ну, сойдет, короче. Ладно, понял, принял, обработал. Че, открываем. И в первом контейнере у нас выпадает 2000 свободного опыта. Эх, понял, принял, обработал. Что-то мне это самое не идет, да? Так, ребят, давайте что-нибудь подкрутите уже. Ну, 200 голдишки, о, ну, хоть 200 голдишки, уже хорошо. Так, хорошо, идем дальше. Не стоим на месте. Т-25 в ангаре, получается, 630 голдишки. Покупаем за 500 голды, два контейнера, собери все. Ребят, скажите, классно, вот что просто вот они каждый день обновляются. Можно за 500 голды покупать каждый день. В 13.00 по московскому времени. И у нас, вау, 4000 свободного опыта. Ну, почти вау. Ладно, во втором у нас выпадает 2000 свободного опыта. Ну, что есть, то есть. Ладно, поехали дальше. Так, друзья, также покупаем два контейнера. Ребят, также обязательно не забываем ставить лайк, потому что вот реально не каждый ютубер даже просто будет открывать столько мистических контейнеров. Ну, неважно, что там много их, да, много аккаунтов, всего по два, иногда будут не по два, а по 22, ну, остро голдишки хоть. Ну, что могу сказать, да, обязательно прожимаем лайк, потому что вот реально... И напишите комменты, хотите ли вы, чтобы я продолжал снимать такие видосы, пока существуют мистические контейнеры. Ведь я могу открывать еще и открывать. Поэтому, вот что будет выпадать, все вам буду показывать. Так что пишите комменты. Либо просто дальше будут моменты, выкладки и так далее. В общем, что вам будет нравиться. Так, ну что, один день премиум аккаунта. Ладно, сойдет, что есть, то есть. 2000 свободного опыта, хорошо. Такое себе, в принципе. Так, ладно, поехали. Аккаунт рака, 379 боев всего лишь. Хорошо, хорошо, поехали. Покупаем два контейнера мистических. Ведь там, ребят, может выпасть просто 180 дней премиум аккаунта. 100 тысяч голды, 500 тысяч свободного опыта и миллион серебра. Это по максималке, если брать. 4К свободки, такое себе, в принципе. Эх. Ладно, и во второй раз получается... 2000 свободки. Да. Ладно, ладно, ладно. Понял, принял, обработал. MacLeod 49.22. Один бой, 100% побед. Ну, ладно, ребята. Это последнее открытие, получается. Желаю вам всем отличного настроения. И спасибо, что смотрите. Так, ну что, ребятки, открываем последние контейнеры.
Что там будет? 2000 свободного опыта. Ну, понимаю, как бы понимаю. Ладно, давай что-нибудь мощненькое. А, понял, принял и обработал. Еще разок, друзья, всем спасибо за просмотр. Обязательно пишите комменты, чтобы вы хотели в следующем видеоролике видеть. Ну и моменты могу, и мистические контейнеры, в принципе, отлично. Ну что, друзья, обязательно также присылайте на почту реплеи, которые реально вот будут в следующих видеороликах обязательно, потому что я все вижу, просто вот такой вот нежданный от ВГ, да, мистические контейнеры. Ладно. Желаю всем удачи и всем отличного настроения. Пока.